Вот такая проталина среди льдов. Стою я на льду, а вот здесь вроде как растаяло. И хочу я сегодня по этому месту пройти. Как видите, даже не топтан. Ну, естественно, кто же будет топтаться в этой грязи, кроме меня. Давайте посмотрим, что из этого получится. Кто-то уже есть. Так, на одну я убавлюсь. Возбуждение сильное. Пищит черным сигналом. О, так вот. Копать, конечно, в этой грязи. Так, лопата прилипает. А мы идем дальше. Так, вытащу это, здесь снежок. Так. Ох, я сейчас лезть в грязи буду. Сейчас я замораюсь, как поросенок. Ну что ж, первый сигнал сезона – это гвоздик, друзья. Как обычно, это гвоздь. Оставим его здесь, посмотрим дальше. Ну что ж, друзья, мой первый коп, две находки. Первая проталина – это такая же фольга. И, как всегда, гвоздь. Ну что ж, пойдем искать другие проталины. И смотреть, быть может, мне повезет. И я найду что-то интересное. Давайте посмотрим. Друзья, нашел я еще одну такую маленькую проталину. Метра 3 на 4. Время к закату. Очень красиво. Ездят бураны. Представляете, как классно. Здесь идет буран по льду. Такой вот. А я собираюсь землю копать. Вообще прикольно. Ну давайте посмотрим, что из этого получится.
Ну вот такая вот арматурка. Ну ладно. Тоже находка. Это я закопаю. Здесь рядом был еще сигнал. Мы его, конечно же, проверим. Тоже похоже железяка. Ну, ладно. Ну что ж. Очередная арматурка. Похоже на арматуру. Ну и опять же арматурка. Так, становится интересней. Сигналы есть, это радует. Ну это вот такая арматурка. Это еще не все. Смотрим дальше. Так, помоем. Это гвоздик. Идем дальше. Это какой-то золотой прииск. Друзья! Что только не найдешь на дне Волги. Вот такое дно Волги. Все звенит. Металлургический завод отдыхает. И опять черный сигнал. Только проверим. Здесь мелко есть. Ну что-то совсем мелкое. Буду брать руками. Или это опять какой-то
глубокий сигнал отдается отсюда. Сейчас проверим. Здесь храбится. Еще железяка. Так. А вот и цветной сигнальчик попался. Вот уже и не зря. Ну вот такой вот уже более интересная находочка. Ой, застрял, застрял. Вот такая вот блесна без крючка, но крючок недолго припаять. Все, блесенка есть одна. Это радует. Идем дальше. Звенит все. Попробую выцепить цветной металл какой-нибудь. Вот такая ручка. Наверное, от лодки. Кто-то здесь утопил лодку. Нет. Отсюда явно никто не доходил. Здесь звенит. Звону здесь море. Я даже так вижу, что это арматура. Вот здесь разваливается такое. Ах.
И опять арматура. Здесь все просто усыпано кусками арматуры. Ну вот это сигнал. Такой. Дюралька похожа. Хотя окислилась. Давайте я выключу, может что-то интересное будет и покажу уже в конце. Звенит, все. Ой. Вот, друзья, первый коп на Волге. Посреди льдов, вот как вы увидите сейчас. Смотрите, там сидит, рыбачит у меня брат. А я вот здесь нашел такую оклаужину, как я вам ее показывал, и немножко поискал. Давайте посмотрим результат копа. А результат вот такой. Нашел я вот столько металлолома. Копал минут, ну, может быть, 20-30. И одну блесну. Все, коп на Волге открыт, друзья. Сигналы есть. Так что все будет прекрасно. С открытием копа поздравляю всех волжан. Не время сидеть дома. Пора идти на коп. Удачи всем, друзья. Спасибо.